Здравствуйте еще раз, друзья. Репортаж из Индии. Увидел мангу из сорта Дашери. Дашери. Этот вид манго, его не режут, просто откусывают, делают дырочку и посасывают. И весь мякоть у вас во рту потихонечку оказывается. Очень сладкая манго. Сейчас покажу. Давайте. Вот эта манго называется Дашери манго. Вот я обычно раньше, я уже много лет не пробовал такой манго. Покупал здесь. И, но не здесь, раньше, когда я жил в Индии. Откусываешь отсюда кожуру и начинаешь посасывать. Поджимаешь вот так, как доешь корову. По-иному не съесть. Очень вкусная манго. Вот так продают. Вот там овощи продают. Там тоже манго есть. Покажу поближе. И вот, вот здесь. Белая рикша. На нем сделана лавка. И вот это вот на чем вешают манго. Ну что, как вам? Приедете в этом сезоне, июнь-июль, и купите эту мангу за 70 рублей. Ну что, не фантастика ведь? 70 рублей. Все, на этом сегодняшний репортаж заканчивается. Оставайтесь со мной и получите кучу важной информации. Весь как в парилке я нахожусь, но все равно мне приятно. Это лето я запомню надолго. Все, на связи.